Новый мусорный полигон в Омской области появится не раньше конца 2019 года. Об этом сообщил замминистра строительства региона депутатам законодательного собрания. Парламентариям рассказали о территориальной схеме обращения с твердыми коммунальными отходами. Так, согласно проекту, в регионе должно появиться 5 муниципальных, 12 межмуниципальных центров, 3 мусороперерабатывающих комплекса и 19 перегрузочных станций. Но это в далеком будущем, а в этом году нужно начать строительство полигона в Таврическом районе и заключить концессионное соглашение с инвестором, который построит полигон в Омском районе. Мы уже рассказывали о том, что жители двух поселков, между которыми будет размещен объект, выступали против такого соседства, но, похоже, чиновники решение менять не намерены. У нас категорически все против размещать полигоны. Исходя из логики, нигде нельзя на территории субъекта Российской Федерации, в частности Омской области, разместить полигоны. Всегда появятся какие-то противники. Единственный аргумент, который мы сейчас высказываем, я надеюсь, он все-таки весомый, то, что те объекты, которые будут построены, они будут соответствовать всем экологическим нормам.